Итак, всем привет, и что же у нас здесь умеет безрамочный Blubo S8, а? Недавно представленный Blubo S8 пополнил ряды недорогих безрамочных смартфонов. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем Sharp с соотношением сторон 18 к 9, а работает девайс под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. С фирменной оболочкой 360OS, последняя получила свое название за счет использования предустановленного программного обеспечения от компании 360 Safety, отвечающей за безопасность устройств. В новом видео компания Blubo решила подробнее рассказать о программных возможностях S8. Большинство роликов на YouTube и других сервисах снято с соотношением сторон 16 к 9. Поэтому на экране Blubo S8 они отображаются с черными полосками сверху и внизу. Производитель решил эту проблему с помощью специального полноэкранного режима просмотра видео, при активации которого ролик заполняет всю площадь экрана. Другая интересная функция Blubo S8 получила название «Морозильник». Это специальная папка, куда можно поместить приложения в прямом смысле, заморозив их. Такие приложения не будут работать в фоне, снижая энергопотребление устройства и положительно влияя на его автономность. Для быстрого создания скриншота достаточно тремя пальцами провести вниз по экрану. Полученное изображение можно тут же отредактировать, вырезать нужную часть и поделиться им. Также в смартфоне предустановлена возможность длинных скриншотов, когда требуется сохранить целую веб-страницу или документы. Это, кстати, очень удобная функция. Следующая функция является стандартной для Android Nougat. Речь идет о многоэкранном режиме. Пользователь может запустить приложение, а затем через кнопку многозадачности выбрать еще одно, чтобы одновременно работать с двумя программами. Еще одной особенностью Blubo S8 и 360OS является приложение FreeShare. Оно служит для быстрого обмена контента. В программе можно быстро найти все изображения, приложения, музыку, видео и файлы на устройстве, а затем поделиться ими с другими пользователями через QR-код. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!